Всем здорово, я сам это не верю, но уже 7-й выпуск, где мы ищем скейтбординг в ТикТоке. Да, мы его, конечно, находили, но параллельно мы видели слишком много пенни-бордистов, позеров, которые снимали, топы позерских трюков, просто какую-то хрень. И, в общем, я не хочу это видеть, надеюсь, что мои подписчики ворвали в ТикТок и заполнили там тренды, и в итоге все нормально. Это, конечно, мои мечты, но если они воплотились, круто, а если нет, ситуация страшная, пойду бросаться с балкона. В общем, берем телефон, надеемся, что в ТикТоке появился скейтбординг, и поехали. Итак... Ого, переход в брейк-дэнс. А здесь что? Снова переход в танцы. Ой-ой-ой, но падения сами очень жесткие. Чел чуть не упал на перилу, он ее пролетел. Но я даже не знаю, что лучше, сесть на перилу или сесть вместо перилы сразу же после этого на кредитку. Немного АСМР в студию. Это нужно смотреть закрытыми глазами, то есть не смотреть, а слушать. Хотя, знаете, только что прослушал, с закрытыми глазами, это как музыка звучала. Вот так на самом деле становятся скейтерами, они покупают доски в магазинах. Что? Доски отдельно прыгают, без людей? Что? Что? Я хотел посмотреть бы полное видео. Что? Типа доска вырывается от типа, не хочет, чтобы он был владельцем. Но он стал ее владельцем. Стоит, держит ее. Ту жестко. На привязь. Но там на самом деле, чтобы вы понимали, чел на хромакее стоит и крутит доску. Его не видно за счет этого, за счет того, что там зеленый фон, и его перекрывает это все. Интересно. Что? А, приручил скейтборд, теперь и скейтборд полюбил ее. На самом деле было бы классно, чтобы все было так. Знаете, как коровы пасутся? Вот так же спасутся скейтборды, ты прибегаешь, одного приручаешь к себе и в итоге забираешь. Кстати, мои партнеры с Parimatch сказали, что уже 7 числа в 22:10 будет товарищеский матч сборной Украины против сборной Франции. Я, конечно же, поставлю на наших ребят и буду смотреть, как они будут сражаться с французами. А ты можешь перейти по ссылке в описании, сделать ставку и получить бонус на первый депозит 2500 гривен от Parimatch. Так что всем удачи. Я пошла гулять с челиками с Давинчика, катать на скейтах. Они очень стрёмные, я хочу поскорее уйти. Соболезно. 173 тысячи лайков. Подруга написала, что пошла гулять с челиками с Давинчика, катать на скейтах. Они очень стрёмные, хочу поскорее уйти. И просто ее лицо, и это 170 тысяч лайков. Надо будет в ТикТок залить, знаете, хотел поехать кататься, но на улице гнилая погода, и там, по идее, тоже будет так же лайков. А слабо отойти от телевизора, я мультики хочу посмотреть. Хэштег скейт, ребят, вот, посмотрите сами. Что? Знаете, что самое жесткое? Здесь тоже 170 тысяч лайков. Это смотрят, и людям это интересно. Как? Как поставить своего ребенка на доску? Просто покупайте ему лего, говорите, собираешь себе борт, а я делаю из этого лонгборд. И все, и катайтесь. Чел около воды, опасно, опасненько, прям очень опасненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, доска сразу назад. Мне интересно, постановка или нет. Решил поделать трюки. А, он подвески перевернул наоборот. Тут просто подошел мужик и уделал меня, я думал, это просто алкаш. А ну, что он? На руки станет? А, ну... Да, встал на руки и поехал. Прикольно. Но смотри, чел, ты сделал как минимум два трюка, а он всего один. Просто длинный. А так легче и не упадешь. А ну что будет? Как кататься на скейте? Ну и как? Понял. Это типа, знаете, видос про то, почему не стоит заходить на Викихау и смотреть обучалки оттуда. О, опять этот легендарный телевизор. А рядом встать слабо? 133 тысячи лайков. Господи. И это снова хэштег скейт. То есть можно сидеть дома, ничего не делать, не снимать скейт-влоги и так далее, а хайпить в ТикТоке около телека из-за того, что у меня просто лежит скейт из супермаркета, и я делаю то, что просят подписчики. О, снова АСМР. Да, распаковка скейтборда это классно. Но, блин, со временем так надоедает его собирать, потому что ты хочешь покататься как можно дольше на доске, а потом тебе бац, и надо собирать новый комплект. Неприятно. Но звук классный.
Приходишь в новый скейт-парк, а там... Справедливо. Блин, жиза. Ну, даже не в новый, в любой скейт-парк ты приходишь. Осенью, например, ты можешь прийти или весной в скейт-парк и увидеть там людей, которые жарят шашлыки на его территории, пикники устраивают или Пасху едят. Ну, типа, это нормально уже, все, привыкайте. Ребята, попробуйте прокатиться на скейте вот на таком вот интересном эффекте и смотреть только в экран. Попробуй. У меня только один вопрос. Нахера? Вот насколько типу делать нечего, что он просто ушел в эффект и такой, блин, хочу в тренды, хочу в тренды. И снял вот это. И, кстати, попал 100 тысяч лайков. У меня ни одно видео не собрало 100 тысяч лайков. А там трюки, я там убивался. Снял там какую-то дичь, она собрала, кстати, больше просмотров, чем там, где я убивался. Первый заезд для Ноки начинается. Coleman's Life, погнали. Так, я видел вроде на Sony Ericsson, я не помню. Что экран вообще не поцарапался, но крышка уже отошла. Ага. Ой-ой-ой, не только крышка, но и передний корпус. Крышка. Второй спуск, полу Nokia, Toy Side Slide. Погнали проверим. Он просто завонял, когда это скатил. Вот этот телефон хуже, чем Sony Ericsson. Но главное, что не взорвался, уже хорошо. А это видео собрало всего 94 тысячи лайков. Борда с моей фотографией. И первый что? Сказал, что это за дерьмо? А-а-а, лонгборд из супермаркета? 100 килограмм выдерживает вот эта доска. Ситуация. Блин, можешь тоже так переживать из-за сломанного скейта и супермаркета в каждом видео про скейт и супермаркет? Напишите в комментариях. Ой, нет, я так не ожидал, что скейт у супермаркета сломается. Как это так? Пойду порежу вены. Все девочки в ТикТоке думают, что скейт это... Я думаю, что это скейт. Ага. Господи. Ну да, 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 вот это видео правильно. И что в итоге? Тем временем я. Верните меня на 5 лет назад, может, посмеялся бы такой. Смотрите, это новичок. Учит попшарить. Ну, молодец, видите, учит. Да? А что умеешь? Свич дабл трех из четырех модулей. А ну-ка покажи. Не, у меня сегодня нога болит. А вот это, ребятки, позер. Спасение скейта после зверского нападения самокатера. Видео в цвете 1942 год. О, и снова видео про непонятный самоскейтборд и самосамокат. Что? Ничего себе. Блин, крутой видос, слушайте. Вот это очень круто продумано, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, рип. Так, видео не закончилось еще. О нет, сломали скейт самокаты эти, господи. Что делать дальше? Нет. Мне кажется, нужно менять скейтборд. А, скотчем приклеить, нормально, да, спасешься, вообще класс. Скальпель, скальпель! Чё, что, нормально? Что это? Стрелы или что это? А, это индеец скейт? Скейт индеец. Интересно. Блин, я хочу еще такие видосы посмотреть. Это, ну, блин. Пока разбирала вещи в комнате, решила рассказать вам немного про свои скейты, которые нашла. Пенни, мой любименький, на котором я катаю практически все лето и всегда, когда хорошая погода в Краснодаре, но очень часто. Еще один Пенни, но уже от неизвестной фирмы. У него очень красиво светятся колесики, хотя ему уже 2 года. Это второй мини-Пенни от фирмы Excel. Вообще их было 2, но один я отдала подруге. И просто скейт века. Это раритет. Таких скейта было 4, но в живых остался только один. Остальные 4 вообще в производстве? Или как? Кинули дедушку с бабушкой. Жалко. Этому скейту около 30 лет. На нем катала еще моя мама. Потом катал мой брат. Потом моя собака. А потом только я. В конце концов, мне сломали подвеску друзья. Но все-таки мой самый любимый. Как-нибудь повешу его на стену. Это пизда, товарищ. Первый заезд для iPhone 3G. О, интересно, а ну. Давай, iPhone, выдержи, выдержи. Покажи, что из тебя можно вот что-то сделать. Идеальный слайд. Офигенный слайдпак, айфончик. Ой, извини. Ну, потому что кнопок нет, наверное, поэтому и офигенный слайдпак. Бьюся экранчик, но я думаю, он еще может слайдить. Поэтому, ребята, iPhone, я думаю, идет на первое место у нас. Задолбали. Нет. О, подруга сейчас делает трешку с даблсетом.
Ого, нормально. Надеюсь, не будет, как в прошлой серии. Я думал, что это подруга, а тут мужик. Да не, вроде сиськи есть. Сережа, ватсап. Можешь не спрашивать, как у меня дела, у меня все мутно, мутно, бро. Да, могу. Вы когда, да, все идете вместе сегодня? А куда идете? Куда идете? Так, ну мне это получается. Туда, да, туда, сутка, сутка. Понятно. Ну ты мне этот номер в директ свой скинь, да? Ты скинешь? Хорошо. А, кстати, ты заметил, у нас удвоенный эфир, это так мило. Я поняла, то есть ты хотел, чтобы я узнала твой номер, когда попросил сотку? Блин, скейтеры такие классные, они все такие идейные. Ты круто это придумал. Все, давай, жду деньги. Жду деньги. Жестко, жестко. Если ты хочешь сделать такой трюк, то смотри дальше. Сначала... Ребят, все, не смотрим, пожалуйста. Я не хочу сделать такой трюк. Я надеюсь, что вы тоже не хотите, просто свайпаем вниз. О, вот, другое дело. Такой, такие трюки надо делать. Хиппи-джамп через типов. Нормальная тема. Трешка. Трешка флэт. Невероятно просто. Кикфлип. Counter-Strike, что? Свечка. А, типа будет сейчас натирать фонтан? Натирает. Подожди, а как скользить в Counter-Strike? А, ух ты, прикольно. Вот, вот это интересный видосик. Вот такие тиктоки должны быть. Ну или такие вот с падениями. Господи, а что было дальше? Мне прям интересно. Наверное, вот на этом оно и закончится, да? В общем, тип, надеюсь, ты цел. Падение выглядит жестко. Держись. Сейчас я вам покажу скейт-парк стесняшек. Ну это тупо, но смешно. Держись очень крепко. Ты уверен? Очень крепко держись, да, уверен. Потом мы сдохнем! Мы сдохнем! Хотя, да, я с тобой согласен. Господи, жестко. А что звук такой качественный, кстати? Я вот с этого удивлен, ветром не задувает. Нормальная скорость, слышите? Да что кричать? Господи, не горите так сильно. Нормально, живы, живы, живы. Поворачивайте на левую булку вес. Теперь на правую. Ой-ой-ой-ой-ой. Из-за эмоций такое видео интересно смотреть. Там крики такие сумасшедшие детские. Вот смотри, я скейтборд нашел. Так, я не поняла. Мой сын вор, что ли? А ну-ка положи скейт, где он лежал. Мама, да его потерять, я не хочу его отдавать. Ну-ка, быстро. Ну хорошо, сейчас отдам. Ага, мама, что упало, то пропало, ничего не знаю. Ну, блядь, крузак нашел. Розово-черный прикид, значки, браслеты, клетчатые кеды и косая челка. Если вы встретите подростка в таком обмундировании, не спешите показывать на него пальцем. Он очень раним и сентиментален. У него есть свое название – эмо. Это видео 2007 года или что? Вроде ТикТока тогда еще не было. Эмо в 2020-м. Серьезно? Знаете, с чего я больше всего в шоке? Что хэштег «Эмо, эмобой, скейт, скейтер, новости». Трюки, которые ты выучишь за один день. Господи, по-любому опять какая-то... Не, все, типа, хватит. Я устал, хочу любви, хочу кататься, хочу скейтбординг. Все, хватит с меня, давайте 10 тысяч лайков, и мы продолжаем. Сейчас я не готов. В общем, напишите в комментариях свои тиктоки, я лучше снова посмотрю на вас, чем на... часть из того, что мы посмотрели сегодня. И снова посмотрим на тиктоке подписчиков. Я думаю, это интересно, но вы должны набрать 10 тысяч лайков. Так что на этом все. Подписываемся на канал, оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока! Бум!